Ух ты, нифига себе, ребята, смотрите, змея висит. Спарасис. Привет. Офигеть, смотри, по дереву прям ползает. Спарасис кучерявый. Ты что, Ирина, испугалась, что ли? Обычная змейка. Эх, за что ужика обижаете? Кидается, видела? Вон какие красавцы стоят. Почему? Ну там маленький, один красивый, вот он. Опа. Красавец. Что там у тебя? Ну вот же, смотри. А, маленький, да? Вот, смотри, вот маленький. Раз, два, три. Три. Вот, еще один растет. Малюсенький. Один. И второй. Опа. Ага. Я же тебе говорю, что место офигенное. Что там у тебя? Нет, там сыроежка. Сыроежка ты. Ты подосиновики собираешь? Я видел его. Издалека видел. Старых не бери, старые нам не надо. Нам только молодые нужны. Ты ножки срезай, потому что у них в основном все ножки щелевые. Ребята нарвались на такое место просто грибов валом. Реально валом. Полно этих барьяки кругом стоят. Он только маленькие все. Но очень-очень много. Так что мы молодцы сегодня по полной программе. Там два человека еще по лесу ходят. Но Сережа знает все места, потому что я здесь ходил с металлоискателем. Я здесь знаю каждую закоулочку, каждый... Деревце знаю, каждую кочку знаю. Потому что Сережа молодец. На плуг, на древнюю насадку здесь копал и бросил. Ну, такой боровичок здоровый. Ну да, крепенький вроде. Тут меня жаловали, что я, говорит, грибы плохо срезаю. Не под корень. Ай, фигня полная. Червивый. Да. Так он зеленый. Может там выбрать, может. Ну, порежь, может, что и выберешь. Хотя уже навряд ли, конечно. Где-то лес валит, слышишь? Слуги стоят. Угу. Бабах, бабум. Раз, три. Два, три. Три чувачка. Вот почему белый гриб называют белым? Потому что он белый. Че, добираем ведра, да, и на машину отнести надо будет. Сколько мы с тобой? За час, наверное, да? Полный ведра набрали. Да меньше часа мы с тобой сходим. Где-то, наверное, минут 40, наверное, полный ведра набрали. Пересыпали с женой все в один пакет. Большой, сейчас я отнесу машину. Освободили, так сказать, ведра, потому что, ну, битком уже все. Ведра полные. Грибов просто море. Просто море. Ну что, ребята, первая партия есть. Почти полный пакет. Ложим сюда и идем обратно к жене. Жену оставил в лесу, одну боится. Вообще-то не говорит, не оставляй меня, не оставляй. Да что ты боишься? Ё-моё, сейчас приду. Боится. Большой. Ну, да я пока ходил, относил пакет. Она опять целое ведро набрала. Ё-моё. Что, мне опять что-то сейчас нести надо будет? Ну что, сколько мы сегодня боровиков наберем? За сотню так точно. Да? Ну так вот, будешь на работе рассказывать. А то там по 30, говорит, фотографию покажешь, чтобы, так сказать, зафиксировать рекорд боровиковый. Рядом еще один маленький. Два же два. Вот он. Забирай. Забирай его скорей. Увози его домой. Чистоплотный, не? Может, да. Чистоплотный? Да. Опа. Четыре сразу. Раз, раз, два, три, четыре. Прямо возле болота сорвал. Два чистеньких-чистеньких. Вот места, а. Офигеть, может, столько грибов, ребята. Немерено просто. Чпок. А мы уже уходить хотели. Я говорю, давай еще вернемся, посмотрим. Смотри, тын, дрын, дын. Смотри, вон растет. Смотри, вон. Офигеть можно. Смотри, вон там, блин. Ё-моё. Сейчас пойдем опять относить ведра. Я просто реально в шоке, блин. Столько боровиков. Чистый. Чистый. Чистый, плечистый. Видишь, как охотники тут все подготовили? Место для охоты. Мы с тобой всю дичь распугали. Нифига, как смотри, высоко это. Соль. А это что такое? Соль. Смотри, бобры погрызли. Даже это самое, мачту погрызли. А что они такие? Такие длинные, высокие? Ну, а лось-то что, он встанет? Конечно, но... Лось, нифига себе. Он, если он встанет, 4 метра в высоту будет. Ну как можно в лосях не понимать? Это же лось, это же лосяш. Вот зерно насыпано для кабана. Видишь, овес какой-то. Для кабаньеросов. Вон лоток стоит. Раньше сюда насыпали, вот в лоток. Фу, какая тут вонища. А там вот охотник залазит и... Бабах, ё-моё, я чуть не упал. Он споткнулся бы, что ли. Ребят, такое место красивое, красивое, красивое. Ну здесь как ходило с металлоискателем, кто помнит. Тирин, смотри, Ирен. Тин-тирин-тин-тирин-тин-тирин-тин. Толстячки, нифига, смотри, какие ноги. Ты видишь? Да. Какие ноги у них толстые. Но
Здесь никто не прошел, потому что я эти места, говорю, знаю. Там вообще офигенное место. И там никто не ходил стопудово. Ой, какие красавцы, ребята. Просто вообще обалдеть. Обалдеть. Такое, блин, вообще, это просто чудо. Не каждый год такое бывает. Это мы уже по второму заходу. 4 ведра получается, и вот еще полный рюкзак у меня. А грибы все прут и прут, их просто здесь море. Целое море. Проголодаю немножко. Ей за меня стыдно. Прошли мимо, пошел пакет относить. Решили пакет взять, спрятать в кусты пока что, пока пойдем пособираем грибы. Полный пакет, ребята, освободили ведра. Иду, смотрю. Смотри. Какие красавцы, а? Офигеть можно. Боровички 4 штука. Как мы с тобой мимо прошли? Да тут может быть и 5-й, и 25-й. Поджилый? Хороший. Хороший, добрый. Ну еще колечко срежь. Молодец. Ты нашла. Говори уже, что пахнет веселками где-то. Смотри. Трындец. Так смотри, вон яйца растут. Вот они. Смотри. Ох, какой красавец стоит. Ребята, здесь уже темно становится. Нифига, смотрите. На все мое ведро, ё-моё. До белого нашел, здорового. Если, конечно, он еще будет целый. Этот вон червивый, даже маленький. Да, на все ведро. Оп. Блин, чистый, прикинь. Большой, чистый, а маленький червивый. Столько всяких поганых, ребята. Поганых просто нереально в елках. Вот хожу по елкам. Всякой фигни. Вот, смотрите. О, Рен, иди сюда. Вон три красавца стоят. Ой, какие три красавца, ребята. Вы только посмотрите, какие красавцы. Три штуки, а? Нашла ты? Ты какими-то путями окольными идешь. Не могу. Вот мы сегодня... Хочется на жену ругаться, я не знаю почему. Вот почему на жену всегда хочется ругаться. Все время хочется что-то. Вот не матом, не злым, ничего. Просто хочется быть всегда ругать. Не знаю. Что, вот. Почему мне хочется тебя все время ругать? А? Вон, посмотри. Вон. Нравится тебе? Да. Ты пониже режь. Что? Ап. Смотри, так белые все, чистые. Это чистые. У тебя чистые? Да. Ну все, зашибись. Ништяк. Во, грибов набрали. Оторвались, наверное, за всю жизнь, да? Столько никогда не было. Реально, в этом году просто какая-то жесть творится с грибами. Прям какой-то грибной бум. Я не помню, что столько было никогда. Сюда, сюда, иди сюда. Трындец, офигеть можно. Ё-моё. А смотрите сколько. Ё-моё. Будешь помогать мне. Сюда смотри. Вот это да, круто. Что там? Нифига себе. Так смотри, что там? Раз, два. Ну, смотри сюда вниз. Посмотри. Вот три. Ну так смотри сюда вниз, иди сюда. Три. Иди сюда, смотри туда. Сюда смотри. Три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Смотри. Трындец. Офигеть можно. Смотри сколько. Ну большие уже. Ну, да, он еще у нас. Еще. Куда я столько забил? Куда? Места уже нету, ё-моё. Куда их пихать? В карманы, что ли? Ну нафиг. Пошли в машину, лучше, чтобы вообще не видеть. Офигеть. Чистый. Вон наверху там были. Вон стоит, я же отсюда вижу. Подосиновик — это хорошо. Подосиновик обязательно забирай. Подосиновики оставлять нельзя. Да тут их целая гора, тут кругом эти самые белые. Просто немерено. Да. Вот это мутант. Нифига себе. Ё-моё. Офигеть, он весит 2 килограмма, наверное. Один гриб. Жене покажу. Упал, блин. И я иду к тебе с цветами. И я несу тебе цветы. Королева грибноты. Офигеть можно. Во где мутант. Дерево и 2 штуки стоят. Опа.
Опа. Опа. Ну так хорошо, так это сгниет. И причем белочки придут, поедят. Что тут, наоборот? Что это такого? Это же все сгниет, это же природное. Что это красиво? Что мусор, что ли? Это все нормально есть, Ирина. Это все сгниет, это все природа. Так и должно быть. Просто у нас перебор, нам ложить некуда грибы. А до машины еще далеко, а грибов очень много. Я думаю, надо не жадничать, идти домой, уже вечер. Да? Идем уже к машине через лес. Блин, не можем нормально дойти, все равно все в грибах, ё-моё. Куда одевать, уже просто пихать просто некуда. Ребята, хочу показать вам боровик здоровый. Нереальных размеров, смотрите. Вот это да. Ну, такой же мутант, как я только что нашел. Офигеть, мужик, посмотрите, каких он нереальных размеров, ребята. Вот это да, вот это гриб, боровик. Сразу три растут маленьких. Да? Четыре, да. Малюсеньких-малюсеньких. Вот. О, сколько их. Опа. Опа. Четыре штуки. Красавца. Так уже собирать некуда. Ты куда, блин? Нифига какие красивые, ёшки-матрёшки. Ну что, такие красавцы. Все уже некуда, уже полные рюкзаки, полные сумки опять. Вон их сколько стоит, вон. Ту-ду-ду-ду-ду, целая гора. Давай отнесем сейчас машину. Тут не машину, это самый мешок тут большой, где спрятавший. Потом вернемся, соберем. Ребята, это не жадность называется. Это называется... Как он называется, этот самый... Азарт. Азарт. Вот, правильно говорит, азарт. Это уже боевой азарт чисто. Чисто азарт. Ну, блин, ну сколько еще грибов? Там вон целая гора их там стоит. Работает чисто русская смекалка. Будем делать мешок. Что-то какой-то мешок маловатый получился. Я говорю, это, скорее всего, шапка получилась, а не мешок, Ирена. Вот здесь у меня заначечка лежит. Так, крапива, 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 крапива. Вот он, красавец. Опа, полный мешок, ребята. Пойду жену спасать, а то я там грибы сожрут. Я только подосины везде, и то не в таком количестве. Вот очень много таких вот, ребята, грибов растет. Вот тоже они бывают червивые. Это, по-моему, какой-то, как он называется, подорешник, подореховик, я не знаю. Что же хороший гриб? Вот я с ним не знаю. Да? Да, не будем брать. Там пару штук взял туда. Так, вот и сам. Вот сколько грибов мы набрали. Два ведра полных. И здесь по два ведра. Здесь два ведра. И здесь два ведра. Получается сколько? Шесть ведер получается. Где-то так. Мы с тобой накочегарили сегодня. Больше. Здесь больше будет. Ну, потому что мы же добирали еще в каждый мешок. Где-то семь ведер. Семь. Семь штук. Стабильно. Блин, олень у меня валяется в машине уже неделю целую. На сегодня все, ребята. Вы были на канале в поиске грибов. Пока. Вот такой вот у нас сегодня улов. 350 белых мы насчитали. 350 штук, ё-моё, представляете? 350, ребята.